Сегодня хотелось бы заострить свое внимание на теме не менее актуальной, как обезопасить ваше жилище. Потому что здесь, на Октябрьской 15, могут установить и системы охраны, и системы видеонаблюдения, что становится очень актуальным, учитывая те факты, которые вам регулярно показывают в телевизионных пугалках, типа «Чрезвычайное происшествие» по НТВ, либо «Дежурная часть» на РТР. Так вот, если вы установите такие системы, никогда ваш сюжет не попадет в эти замечательные и такие пугающие иногда две передачки. Вещь, без которой невозможен и немыслим бизнес. Вещь, без которой немыслима охота. Вещь, без которой вы не оставите свое жилье без прибранных и защищенных должным образом ценностей и документов. И эти вещи востребованы. Это сейфы. Сейчас это и стиль, и главное, спокойное состояние и жены, и бухгалтера. Потому что в матрас деньги спрятать сейчас негоже. Сейф однозначно надежнее матраса. Хотя и стоит иногда в 2-3 раза дешевле оного. Не верите? Зайдите, узнаете, сколько стоит латексный матрас. Комплексная система безопасности нашего жилища, безопасности наших денежных средств. Ведь, честно говоря, банкам сейчас уже мало кто доверяет. Доверяют все хорошей валюте и надежному месту, где она хранится. Где сейчас хранить можно деньги? Деньги хранить можно где угодно. Если вы хотите, можно хранить дома. То есть современное оборудование позволяет защитить ваши средства, документы в неприкосновенности. То есть для этого существуют системы, скажем так, хранения, то есть ломостойкие сейфы. Если вы беспокоитесь о пожаре, допустим, то существуют огнестойкие сейфы. То есть как бы и есть вещи комбинированные. А если я хочу себя еще и обезопасить наличием, допустим, того же оружия, его же тоже надо где-то хранить, просто так разрешение не получишь? Для того, чтобы получить разрешение как бы на оружие, это один вопрос. Чтобы его хранить, существуют специальные сейфы, ящики для хранения оружия, шкафы оружейные. То есть они позволяют от одного ствола до 5-7 хранить в одном месте. Ну, кто-то может сказать, что сейф – это наверняка предмет мечтания людей богатых. Но цена вопроса – сколько стоит средний сейф? Ну, в среднем от 2500 стоимость сейфа идет. Они как бы делятся на три категории. Это есть просто металлические ящики, которые временно ограничивают доступ посторонних лиц в них. И есть уже более серьезные вещи, которые противостоят взлому, то есть специалистам уже. Ну, хорошо. Это внутри жилья. А вот снаружи. Ведь даже табличка, здесь установлено видеонаблюдение, это уже ограничивающий фактор. Но видеонаблюдение сегодня это что? Ну, в первую очередь, видеонаблюдение, как бы, самая распространенная система – это система видеодомофон, так называемый. То есть, это видеопанель стоит снаружи вашего дома, внутри у вас есть небольшой монитор. Вы можете увидеть человека, который пытается к вам зайти, проникнуть. Есть там аудиотрак, то есть, вы можете с ним переговариваться, не открывая двери. И что нам остается? Расплющиться в тупой рекламе? Нет, не дождетесь. Для работника ТВ любая камера – это предмет искусства. Такую камеру невозможно сломать с той же легкостью, что и профессиональную телевизионную. Но в иных случаях такая камера позволяет достичь весьма приличной картинки. Но не будем отвлекаться от темы. Такая техника селективно выбрана из многих. Такая техника не позволит ни суну пронести, воришке выкрасть, вандалу разрушить незаметно. И наказание с такой доказательной базой наверняка настигнет отморозков. Ну, казалось бы, просто можно было поступить. Привезти товар и сидеть просто продавать его. Но вы не сидите и не просто продаете, вы еще и работаете. И благодаря этому мы вот смогли более детально познакомиться с вашей коллекцией. Как идет работа на сегодняшний день и что сейчас востребовано? На сегодняшний день востребовано много достойных систем. Мы имеем достаточную загрузку по работе, потому что нынешние условия позволяют нашим покупателям, нашим заказчикам, клиентам и нам самим обеспечивать рынок, насыщать его системами, которые позволяют иметь безопасный отдых и комфортные условия труда. Для всех этих систем, которые мы предлагаем, имеется достаточно хорошая база, как элементная, так и база поставщиков, с которыми мы работаем. Все оборудование, которое мы предлагаем для реализации нашим покупателям, оно может инсталлироваться как ими самостоятельно, так и с помощью наших специалистов, которые трудятся у нас. Оборудование на сегодняшний день, которое мы предлагаем
нашим покупателям и заказчикам, она очень интересная. Она обладает такими возможностями, которые предоставляют всем пользователям нашего общества с применением возможностей интернета, с применением возможностей компьютерных систем использовать системы видеонаблюдения и регистрации для того, чтобы в любой момент, в любом месте, точке, в любом городе, области, за рубежом, за границей, получить информацию о том, в каком состоянии находится его конкретный объект, будь то жилье, либо промышленные условия, в частности, какие-нибудь цеха или линии производственные, так и его торговые точки, то есть обеспечить надзор за лояльностью персонала, обеспечить контроль за посещениями, обеспечить контроль за проникновением от посторонних посетителей. Я увидел у вас один интересный экземпляр, который позволяет, используя обычную сетевую связь между компьютером и видеокамерой, самому установить систему видеонаблюдения. Что это за система? На самом деле это не очень сложная система, которая может установить у себя либо на своем подвижном объекте, на подвижном имуществе, либо на неподвижном. Практически любой пользователь, знакомый с интернетом, знакомый с персональным компьютером. Он приобретает в обиходе называемую коробочку, темный черный ящик, к которому с помощью фиксированных соединителей подключается из комплекта этого черного ящичка либо видеокамера, либо микрофон, либо какой-то датчик, в котором скрыты эти устройства. Затем другим разъемчиком он подключает его либо к компьютеру, либо к беспроводной точке доступа, которая позволяет обойтись ему вообще без проводов и получить информацию от этого подвижного объекта, либо неподвижного, в зависимости от требований заказчика, в том объеме, который определяется его возможностями его компьютерного оборудования. А программное обеспечение? Программное обеспечение, как правило, входит в недорогих системах, рассчитанных на широкий круг потребителей. Оно входит в стоимость любых изделий, которые они приобретают. Если же ведется речь о том, чтобы ввести с помощью систем видеонаблюдения охрану и сигнализацию, выполнять функции охранной сигнализации либо для самого пользователя, либо для организации, которую он приглашает для сотрудничества, то тогда уже приобретается программное обеспечение, отдельно разрабатываемое сторонними производителями. Как правило, оно более качественно, более производительно, более информативно справляется с поставленными задачами. Естественно, стоит других денег, которые, в принципе, сопоставимы со стоимостью оборудования, применяемого для этих целей. Ну, человек вложился 10, 15, может быть, 20 тысячами, может быть, он потратил на это дело и 100 тысяч, если объект серьезный, большой. Насколько долго служит сегодняшнее оборудование и насколько оно надежно? А вот эта часть вопроса, она уже связана с тем, кто инсталлирует эти системы. В зависимости от того, насколько грамотно будет выбран определенный предмет или определенная часть этой системы, насколько перспективно будет продумано его использование в дальнейшем в системе, которая будет приносить пользу заказчику, соответственно, и будет результат, будет ли она расширяться дальше, либо она устареет в течение 1-2 лет. Конечно, на сегодняшний день за темпами компьютерной технологии, за темпами развития персональных компьютеров необходимо отслеживать, необходимо успевать за этими темпами следить. Так как техника идет семимильными шагами развития техники, так как производительность компьютеров практически удваивается ежегодно, соответственно, и оборудование, которое используется для обработки этой техникой, нужно подбирать в соответствии с этими требованиями и в соответствии с возможностями этой компьютерной техники. Ну, в среднем где-то за 3-5 лет эта техника, она, конечно, успевает устареть. Но существующие технологии, которые появляются вместе с современной компьютерной техникой, позволяют использовать это устаревающее оборудование и в дальнейшем при наращивании систем. Самое главное, чтобы при постановке задачи, при реализации ее на конкретном объекте было грамотно выполнено техническое решение, с тем, чтобы оно не сдерживало, не оказывало сдерживающее влияние на последующее развитие этих систем. Слыша ваш квалифицированный ответ, мне так и хочется пожелать многим обращаться по установке таких систем именно к вам.
Мы с удовольствием принимаем все заявки. Более того, все консультации, которые мы оказываем здесь, на месте предлагаемого оборудования, они бесплатные. Более того, если у заказчиков есть интерес получить консультацию на выезде, на конкретном объекте, мы точно так же бесплатно оказываем эти консультации. Все во имя того, чтобы клиент правильно и грамотно подошел к выбору как оборудования, так и людей, которые будут реализовывать те задачи, которые перед ними сформулированы. А если честно, то знаете, что захотелось? Захотелось собрать всех жильцов своего подъезда, жильцов, уставших от проникания гадильщиков и гадов, святая святых, свое жилье, и установить полную систему видеоконтроля. Удовольствие это дороже, естественно, домофона, но доказательной базой с работниками органов внутренних дел я бы лично поделился легко. Мы часто задумываемся, стоит ли наша безопасность денег, вложенных в сейф, тревожную кнопку или систему видеонаблюдения. Оказывается, она того стоит. И стоит не дороже потраченных нервов. И стала доброй традицией не только заниматься пропагандированием грамотного образа жизни. И вы понимаете, что мы рекламой не занимаемся, потому что, ну, вы видите грамотную съемку, а не безмозглые панорамы туда-сюда. Ну ладно, это уже к слову о качестве телевидения относится. Так вот, про традиции. Если мы показываем вам что-то очень качественное, то и мы сами пользуемся услугами этих фирм, как правило. Ну и похвалюсь, скоро куплю себе ружье, потому что сейф здесь на Октябрьской 15 я уже прикупил. Осталось организовать только систему видеонаблюдения. И вот за установками оной я, наверное, тоже обращусь сюда. Ну, по крайней мере, за консультациями. Потому что у меня есть руки, есть мозги. Я знаю, как работать с паяльником. И, разумеется, цешка тоже у меня на вооружении. У тех, у кого этого всего нет, но обращайтесь сюда, помогут обязательно.